Всем привет, дорогие друзья! Это снова сайт bricksmotion.ru. И я снова решил вам какую-нибудь дерьма рассказать про Pinnacle Studio. И сегодня я расскажу про прикольную такую штуку, как наезд, масштабирование и все такое. Короче, смотрите. Вы выбираете фотографию и хотите, чтобы она у вас изначально статичная и как-то менялась, то есть чтобы по ней как-то ползала камера. Ну вот я для примера взял фотографию нашего пользователя одного. Вот, удлинил ее. Щелкайте по ней два раза. И применяйте эффект панорамы и масштабирования. На самом деле можете использовать эффект улучшенный 2D-редактор или просто 2D-редактор. Ну там просто много различных опций других. То есть вы можете обрезать снизу сверху. Но в принципе я вам сейчас покажу. И вы применяете эффект. И скажем, ничего не хочу особо париться, ну просто сделайте вот такой вот наезд 64, не знаю, разве, хрен знает что это. Ну вот, ну и у вас все удлинилось. Но вам это не интересно, вы хотите, чтобы камера как-то двигалась. Тогда вы щелкаете использовать ключевые кадры, и у вас сразу создаются две метки. В начале видео и в конце видео, метки, относительно которых будут меняться вот эти показания. Ну и тогда вы можете вот здесь, допустим, сделать, чтобы он отъехал немного. А, нет, или наоборот, вот смотрите. Фокус может пойти на лице. Вот так. Ну и смотрите, что у нас получилось. Камера перемещается. Вот. Далее вы можете добавлять метки. Чтобы, скажем, сначала ехала вот сюда. Потом вот так сделала, а потом куда надо. А потом могу добавить и удалить. Неожиданно, да. Ну и у вас получается, да, вот такая херня. Опа. Проблема Pinnacle в том, что она очень сильно сжимает качество в этом случае, но такова уж ваша судьба. Видимо, не дано вам научиться работать в After Effects. Вот. Но скажите спасибо, что вы все-таки осмелились. Скажите спасибо самому себе, что вы все-таки осмелились скачать такую прекрасную программу, как Pinnacle Studio, а не сидите все еще в этом дерьмом Movie Maker. Ну, на этом на сегодня все. Спасибо за... Спасибо.